Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Система быстрых платежей – удобный инструмент расчетов, который позволяет экономить и время, и деньги. Разговариваем о нем с заместителем начальника управления корпоративного бизнеса АО КБ «Хлынов» Николаем Чудаковым. Банк «Хлынов» – один из немногих участников системы быстрых платежей. Что это дает вашим клиентам? Уже сейчас в банке работает СБП C2C, когда осуществляются переводы между клиентами, физическими лицами, по номеру телефона. Я захожу в мобильный банк банка «Хлынов», вбиваю номер телефона, ну, допустим, ваш. Если у вас есть карта, не знаю, там, в зеленом банке, в желтом банке, то есть те банки, которые точно так же подключены к этой системе. Я определяю банк, в который вам зачислить, и деньги улетают. Ключевые преимущества в чем? Этот перевод бесплатный, и он мгновенный. По регламенту системы не позднее, чем 15 секунд. Но это только первая половина, которая уже сейчас работает. Все больше банков подключаются к следующему сервису НСПК – C2B. Физическое лицо покупает товар у юридического лица. Если вкратце, это замена эквайринга. То есть сейчас, когда мы приходим в магазин, нам дают терминал, прикладываем карту, деньги списываются, товар мы получаем. С точки зрения бизнеса, торговый эквайринг – штука недешевая. Средний процент, который берется с юридического лица за подобного рода операции, до 2,5% доходит. Осуществляя же платежи и переводы через данную систему, СБП C2B, тариф не может быть больше, чем 0,7% от суммы платежа. Экономия налицо. Получается, можно обойтись и без терминала, к которому мы карты прикладываем. Сам терминал при этом не нужен. Все работает через QR-код. QR-код печатается на бумажке, клиент, физическое лицо, приходит, его считывает, вбивает сумму покупки, подтверждает списание смс-кой, деньги зачисляются на счет. Это не единственный сценарий работы с СБП. Его в национальной системе платежных карт рекомендуют киоскам, салонам красоты, фитнес-клубам и небольшим магазинам. Но есть еще и другой способ работы. Расскажите, Николай, о нем. Ставится специальное там приложение на смартфон, либо в кассовое программное обеспечение. Подходим на кассу, вбиваются все наши товары, считываются, да? На терминале торгового эквайринга выходит сумма к списанию. Тут на специальном экранчике будет вводиться динамический QR-код. Смартфоном физическое лицо считывает этот QR-код, деньги зачисляются юридическому лицу. Клиент точно так же уходит с покупками, юрлицо получает существенную экономию. Данный сервис у нас сейчас находится на финальных этапах реализации. Запускать и предоставлять его нашим клиентам мы будем вот в самое-самое ближайшее время. Банков во всей стране с этим пока работает несколько десятков. Пойдет ли в массы вообще эта система? Совсем недавно, во-первых, было опубликовано постановление о том, что все системно значимые банки должны к этому сервису быть подключены до ноября 2021 года, а все остальные банки с универсальной лицензией до 2022 года. То есть в 2022 году все должны быть туда войти. Чтобы начать пользоваться этими удобствами, нужно обратиться в банк, участвующий в системе быстрых платежей, подписать договор, выбрать удобный сценарий и рассказать об этом покупателям. Подробности по телефону 8 800 250 237 и на сайте bankdefishlynov.ru. Мобильное приложение «Банк Хлынов», возрастное ограничение 6+, а у КБ «Хлынов» лицензия ЦБРФ номер 254. Программа «Экономика» на 101 FM.